Армия Крипера! Жители, бегущие от миллионов зомби! Миллиарды ходячих интерферлов! И бедная курочка Джек! Теперь нельзя будет скрыться даже в аду! Опасность всегда будет ждать тебя за углом! Добро пожаловать в Майнкрафт с миллионом мобов! Когда этот ролик наберет 40 тысяч лайков, выйдет новое крутое прохождение. Итак, друзья, сегодня мы пройдем Майнкрафт с миллионом мобов. Конечно же, не вот таких милых вот и красивых и счастливых, а естественно враждебных. Так, стоп, что это за табличка тут такая? Подпишись на канал, лайк поставь. Ну, как скажешь, табличка. Ну что же, друзья, я уже готов, не знаю как вы, но мы нажимаем на кнопочку старт, бьет такая молния, сразу же появляются враждебные мобы. О нет, до свидания. Все, убегаем отсюда. Как вы понимаете, суть челленджа в том, что каждую минуту будут спавниться мобы. А самое интересное, что спавниться они будут в двойном размере. О боже, вот откуда вы здесь взялись, я не понимаю. Теперь мобы будут размножаться как самые настоящие бактерии. О нет, их еще больше стало, ставьте меня в покое. Нам нужно срочно быть как можно больше дерева. Как вы понимаете, помимо этих мобов, которые будут спавниться, по миру будут спавниться самые обычные мобы также. Так как сейчас, друзья, не день, а самая настоящая ночь. И будет она продолжаться всю игру. А все так светло, потому что на мне сейчас находится эффект ночного зрения, которое длится бесконечно. Это, конечно, очень круто, но все равно миллион мобов — это очень плохо. Продолжаем добывать дерево как можно скорее, как можно быстрее. О нет, зомби прямо на мне, зомби на мне. Нет, 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 уходи, уходи. А ты что здесь делаешь? Отстаньте от меня. Хватит меня преследовать. Делаем с вами по-быстрому верстак из досок, отлично. О нет, еще и криперы, за что? Так, ждем новую волну, отлично, они падают. Привет, друзья, до свидания. Что это такое? Подождите. Это скелет на пауке, нет, почему он такой быстрый? Отстань от меня, нет. О, меня атакуют со всех сторон, не нужно. Подождите, пожалуйста, оставьте меня в покое. Так, свинюшки, это хорошо, нужно добыть пару штук, потому что у меня совсем нету еды. Ну же, иди сюда. Ай-яй-яй, у меня закончилась еда, у меня закончилось все, друзья, что вообще могло закончиться. Нет, не идите за мной, не нужно за мной идти, плохие. Какие зомби, так быстрее делай, я не знаю, что делать, но делай. Все, падения никак не должны пройти. Теперь в спокойствии и уюте мы можем с вами скрафтить еще один верстак, зачем я его скрафтил? Делаем с вами доски, из них делаем палки, а также кирку и меч. О, придется мне очень много мечей потратить. Скрафтим с вами сразу же несколько штук. Мне как всегда не повезло, и здесь самая ужасная шахта, которая вообще могла быть. Предлагаю прямо сейчас добыть немного каблстоуна, то есть булыжника, получить ачивку каменный век, благодарю. Мне кажется, или там скелет без лука? Да ладно, не может быть такого, подождите-ка. Так, зомби, отстань от меня, а ну иди. И впрямь, друзья, смотрите, тут скелет без лука, такого не может быть. Вы хоть раз в жизни видели скелета без лука? Я нет. Это одиночный такой экземпляр или еще есть только? Боюсь представить, что там находится наружу уже. Нет, до свидания, я пошел в обратную сторону. Крафтим с вами несколько печек, а именно две штуки, думаю, нам этого хватит. И понимаем, что у нас нет угля для переплавки мяса. Придется, друзья, нам копать. Быстрая перемотка. Опа, новая шахта найдена. Кажись, я слышу скелетов. И да, естественно, там находится скелет. Главным плюсом является то, что нам ни в коем случае не потребуется факела, так как у нас бесконечное ночное зрение. Это круто. Неужели в этой шахте тоже ничего не будет? Вы серьезно? Есть небольшая проблема. У меня нету сердечек, а там находится скелет, который ко мне уже идет. Нет, скелет. Не иди, нет, 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 пожалуйста, пожалуйста, нет, за что? Или мне кажется, друзья, или мы наткнулись с вами на деревню. Это очень приятно. Я не знаю, как это так получается, но я постоянно нахожу деревню. Это очень круто, ведь здесь находится очень много еды. И не только такой, но еще и вот такой. Да, отстань, зомби! О боже, нет, уходим скорее. Я тебе не помешаю, да, дружище, я тебе привел здесь пару гостей. О боже, горящий зомби прямо на пути ко мне. Это очень страшно. Ну давай. Так, а ты еще кто? Опять скелет без лука, это очень смешно. Ой-ой-ой, привет, зомбари. Нет, до свидания, зомбари. Крипер, ты куда в мой дом лезешь? Отстань! Одним из самых сложных челленджей в этой игре будет то, что я не имею права никаким образом спать на кровати. Из-за этого становится играть намного сложнее, отстаньте от меня. А, привет, мистер Эндерман, я тебе не мешаю здесь. О боже, все уже горит, сгорает. Я до сих пор не нашел ни одного здесь сундука. Что, в смысле, куй железо? Они уничтожили голема, серьезно? Какая здесь огромная шайка зомби на меня летит, отстаньте, нет. А, здесь в бане находится скелет, нет, 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 запоминаем координаты, ой, боже, нет. О нет, весь дом начинает сгорать, и мобы начинают проходить ко мне, нужно срочно выбираться отсюда, как их здесь много, уводим отсюда быстрее. Вы посмотрите, какая орда за мной идет. О нет, три крипера. Еще три скелета, да что же это такое? Еще и ведьма впереди стоит, да что ж вам надо от меня? А самое интересное, что нам ни в коем случае нельзя находиться на одном месте. Так, овечки, хорошо, а они зачем они мне нужны, мне же кровать нельзя использовать. Слава богу, что пещеры — это наше спасение, ведь здесь мобы не могут никак нас достать. Кроме, конечно, тех самых, которые помнятся самих шахт. Так, сундук, скажите.
Смотрите, что здесь что-то полезное. Хорошо, железные слитки, золотое яблоко. Это все нам нужно. Немного покушаем, я слышу эндермена где-то. О, мне даже выпал блок травы с эндермена, круто. Это было очень страшно. А также еще один сундук, и что? Здесь на этот раз алмаз, но, к сожалению, только один. Так, железо немного добудем, естественно. А также, наконец-таки, уголь. Не понимаю, почему здесь все горит. Так, стоп, эй, зачем ты меня поджег-то? Либо я что-то не понимаю, либо я не знаю, откуда здесь огонь, когда лавы нету рядом. Это очень странно. Редстоун лазурит, в принципе, это нам все не нужно. И что это такое? Я впервые вижу такую генерацию мира. Но, в принципе, ничего необычного здесь нету. Опа, а вот и самое лучшее железо. Да ладно вам, я шучу, вы уже, наверное, не бойся, пошли писать в комментариях, фиксай, ты пропустил алмаз, да вижу его здесь я. Так, добудем мы его с вами. Опять пошутил. Надо сделать нам какую-нибудь, не знаю, железную кирку. Ставим верстак, делаем палки, ну а теперь делаем железную кирку и добываем наш алмаз. Да, всего лишь одну штуку, ну ничего страшного. Можем сразу же сделать себе наконец-таки алмазный меч. Теперь мы будем непобедимые, а также железка. Боюсь представить, что там уже находится снаружи. Небось миллиард, а то и миллионы зомби. А не, ну я не думаю, что там появилось прямо очень много этих мобов. Там, может, чуть-чуть, там, пару штук, не знаю. Кажись, друзья, что я нашел данж. Как же я давно их не находил. Ведро, отлично, но не придется его крафтить. Пора нам, друзья, выбираться наружу. Хотя, стоп, о, да, точно, все, точно не надо. Точно не нужно выбираться наружу, я передумал. Для начала давайте переплавим все добытое железо, чтобы сделать щит, а также железную броню. Ну, давай, железка, переплавляйся, а мы немножко подождем. Вернемся через секунду. Вот так вот быстро, друзья, да, всего лишь одна секунда для вас, 10 минут для меня, и все железо уже готово. Теперь делаем полный железный сет, а также не забываем про щит. Опа-па, и все, щит готов. Надеваем все, и мы готовы к бою. На этот раз отправляемся уже в ад. Точнее, я хотел сказать наружу. Ну что же, так, мы наружу. Меня встречают скелеты, нет, убегаем, О, боже, нет! Убегаем отсюда срочно! Срочно находим лавовое озеро. Так, лавовое озеро найдено. Теперь нам уже срочно строить портал. Так, 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 так. Нужно сначала выстроить вот такую вот башню. Да, вы все помните, как это все делается. И сейчас появятся мобы. Сейчас появится очень и очень много мобов. Поэтому готовимся к атаке. Так, здравствуйте, скелеты. Это со мной прямо появился. Очень много скелетов. Теперь-то они с луками уже в этот раз. Убегаем отсюда. Так, сражайтесь друг с другом. Я не знаю, делайте что угодно. Но меня не трогайте. Это уже начинается баталия между мобами, а не со мной. Так, это очень хорошо. Но пока я буду драться с одной шайкой, будет спавниться другая. Я просто не знаю, что мне делать. Ладно, попытаемся с вами что-нибудь сделать, построить что-нибудь. О, господи, скелеты такие очень быстрые, что кошмар. Нет, не смей меня трогать. Смотрите, как много здесь зомби, как много скелетов. Я не знаю, что мне с этим делать. Кажется, что нам придется возвращаться в шахту, искать еще алмазы и делать портал самым дедовским способом. Это будет очень и очень долго. Надеюсь, что 15 штук нам хватит. Начинаем строить портал. Отлично, портал построен, теперь нам нужно добыть немного гравия, чтобы, соответственно, получить с него кремень. Так, отлично, теперь соединяем железо, также кремень, и получаем зажигалку. И поджигаем, и мы готовы отправляться, наконец-то. Вау, слушайте, а я и не думал, что ад с ночным зрением выглядит настолько красиво и ужасающе. Отлично, крепость найдена, теперь самое время поуничтожать различных ифритов. Нет, 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 не так быстро, господа. Я уже думал, что мобы будут спавниться и здесь, но нет, это ад, и, соответственно, они не могут никаким образом здесь спавниться. Нам это как раз таки на руку. Какой страшный там проем, блин, мне даже вообще интересно узнать, что там находится. Покажите мне спавнер ифритов, где же он? А вот, собственно, и он, благодарю. Так, главное никуда не улетай, главное стой на месте и никуда не улетай. Как же ты поджег, у меня же был щит. Две штуки уже есть, возвращаемся тогда, когда у нас будет 6 штук. Представляю, как весело тем мобам, которые сейчас находятся на бодроке вверху. Что они там делают вообще? Ну что же, 6 штук собрано, успешно, теперь возвращаемся обратно. Вжух, и мы уже находимся в обычном мире, пытаемся добыть как можно больше эндерперов, но нам постоянно мешают различные пауки, скелеты, а также зомби. Первый эндерперл готов, отлично, выкидываем кровать, которая нам не нужна. Так, эндермен прямо возле нас заспавнился, это знак то, что он хочет отдать нам все свои эндерперлы. А, боже, нет, здесь слишком много мобов. Эндермены, помогите мне. Так, с тебя ничего не выпало, может быть, с тебя что-нибудь выпадет? Ну же, эндермен, давай, ты сможешь, только не убивай меня, пожалуйста, только не убивай. Нет, 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 как же здесь много мобов. Честно, друзья, я не знаю, что нам делать, ведь здесь слишком много различных мобов, которые мешают нам добывать эндерперлы. Ой, как же здесь много эндерменов, с которых ничего не падает. Ну же, давай, у меня не так слишком много времени. Да подбегай ты уже. Сколько у меня штук? Две штуки, серьезно? Так, ударяем еще одного эндерперла. Привет.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не надо! Привет, мистер Эндерперл, дай мне Эндерперл! В целом, тактика такая, мы ударяем Эндермена новой волне и убегаем куда-нибудь вдали, просто его уничтожаем. Все просто. Вернемся после того, как я соберу все Эндерперлы, а у меня их уже 4 штуки. Дзенни, уже 13 литров жемчугов у нас готово. Теперь ставим с вами верстак, совмещаем. И фритовый порошок вместе с эндержемчугом получаем 12 окаэндера. Отправляемся на поиски края. Надеюсь, последний бросок. И да, все отлично, мы прибыли. И самое интересное, что крепость находилась не так уж и далеко от места, где я находился. Только есть проблема, куда-то он пропал. Я теперь 11 штук. Ай, нужно скорее закрыться, чтобы мобы ко мне не падали. Да, наконец-то, недреманное око, как я долго тебя ждал. Немного еды нам не помешает. Ломаем с вами дверь. И наконец-таки находим крепость. Сколько здесь ставлено? Ну, в принципе... А, какая вода? Нет, стой! Вставляем все око. Да, дракон, жди меня. Самое интересное, что у нас есть только одна жизнь. Ведь по правилам игры нам нельзя использовать кровати. Поэтому нам нужно быть предельно осторожными. А самое интересное, что пока я спираюсь наверх, вверху уже появляются различные мобы. Как мне с ними справляться, я не имею понятия. О боже, привет, скелеты, меня здесь нет, не переживайте, до свидания, я уже убегаю. Где мой лук? Хорошо, лук есть, взрываем первый кристалл, отлично. Теперь второй, со второй попытки, да? Почти. Здравствуйте, скелеты. До свидания, скелеты. Окей, у меня появилась небольшая идея. Мы будем передвигаться только поверху. Благо, блоки у нас есть, все у нас есть. Только нам будет еще немного мешать дракон, но это ничего страшного. Главное, что мы не будем видеть этих скелетов. Ай! А вы что здесь делаете? Стоп, стоп, стоп! Нет, нет, нет! Уходите отсюда! Придется есть золотое яблоко, без него вообще никак. Взрываем, хорошо. Ну а теперь следующее. О, нет, только не ко мне. Только не приземляйтесь ко мне. Я ударил Эндермена! Я не хотел, я не хотел. Я серьезно говорю, я не хотел, я не хотел. Стойте, стойте, нет, пока не сегодня. Только не сегодня. Зомби, не мешай мне. Теперь мне как-то нужно перебраться на следующий остров. Вроде бы у нас это получается, дракон, по идее, не должен нас кинуть. Ай, зомби, да как же ты сюда упал? Ну, естественно, куда же еще нужно было пульнуть ему? Взорвем пока другие кристаллы. Отлично, минус 3. Ну, естественно, там должен был появиться скелет, как иначе? У нас осталось совсем немного кристаллов. Минус 1, минус 2, и остался ему тот третий. Ну что, рискнем? Рискнем. Ну, давай, давай, давай. Отлично у нас получилось, только зря, скорее всего, я это сделал, потому что здесь миллион мобов. До свидания. Ну же, последний кристалл с первой попытки. Так какого? Чё тебе надо от меня? Я ж тебя даже не трогал. Ну уже давай последний. Ай, не попал. Так, вторая попытка, тоже не попал. Третий. И да, отлично, мы уничтожили все кристаллы. Для того, чтобы мобы нас не доставали, я решил построить вот такой себе забор, чтобы они никаким образом не могли ко мне просочиться, кроме тех, которые телепортируются прямо ко мне. Так, баталия между скелетами, поехали. Кто же выиграет? А, нет. Теперь осталось дождаться самого дракона. А вот и он уже приземляется здесь. Самое интересное, что теперь мобы будут лететь, и никаким образом они не смогут тронуть дракона. А мы в свою очередь будем его бить. О, нет, только не к ним, только не к ним, только не к мобам, пожалуйста. Все отлично, мы бьем дракона. Хоть у нас и мало хп. Но вроде бы мы справляемся. Кажется, у нас есть время, чтобы его немного побить. Если я буду до него доставать, я до него не достаю. А, не достаю, все вроде в порядке. Да, отлично. Продолжаем лупасить дракона. Ну уже только не улетай, только не улетай. У меня столько шансов есть тебя победить. Давай еще немного, я смогу. Ну же, сейчас мобы заспавнится. Это очень плохо. Если будет скелет, скелетов, по-моему, нету. И кстати говорят, у меня броня на себе есть. Это просто баг. Вот видите, все, теперь броня есть. Ну все, дракон, это последний твой приход. Если я смогу тебя бить, а я не могу тебя бить почему-то. Ну же, давай, немного еще. Отлично, по хвосту, скелеты бьют, но ничего страшного, вроде справляемся. Ну же. О, господи, вы это видели? Это был лучший момент моей жизни. Вот эта реакция, понимаю, как же здесь много зомби. Быстрее, прячься, уходи отсюда. Отлично, дракон всех раскидал, и мы почти уничтожили дракона, но нет, пожалуйста, нет, 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 не сегодня, только не сегодня, только не сейчас. Ну же, давай, дракон, пожалуйста, давай, последние удары, несколько ударов, ну, раз, два, три, четыре, да, мы это сделали с вами, мы его уничтожили, я даже не хочу смотреть, что находится за пределами этой комнаты. А, это так приятно смотреть на это было очень тяжело и очень интересно. Прыгаем! Если вам понравилось, друзья, то обязательно ставьте лайк прямо сейчас, если вы не видели прошлое видео, пока пройти Майнкрафт, кликайте прямо сейчас на экран. Всем огромное спасибо за просмотр. Для вас старался Фиксай. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока. Увидимся в следующей серии. Пока.